Сегодня мы проводим заседание по теме поддержки инфраструктуры социального предпринимательства, развития этой инфраструктуры. И, соответственно, сегодня мы поговорим о важных вещах, как обеспечить устойчивое и эффективное развитие такого института, как социальное предпринимательство или социальный бизнес, и как различные сектора, различные институты могут в этом помочь. Действительно, регулярно проводит заседание клуб по темам, связанным с экономикой заслуг. Основной ее принцип заключается в том, что чем больше ты делаешь для общества, тем больше ты можешь от этого общества получить ресурсов и всего остального. На самом деле, кажется, вроде бы такая простая вещь, имеет ряд сложных технологичных решений. Социальное предпринимательство – яркий пример такой модели экономической, такого принципа. Развитие социального бизнеса в целом невозможно без развития социального бизнеса на конкретных территориях, то есть в местных сообществах, в каких-то отдельных городах, поселках, субъектах. И Николай Николаев, это вице-президент «Опоры России», руководитель комитета по социальному предпринимательству «Опоры России», генеральный директор рейтингового агентства «Репутация». Собственно говоря, надеюсь, что поделится с нами той информацией, которую, что делает «Опора» в части поддержки социального предпринимательства на местах и создания именно той инфраструктуры для развития этого института. «Опора» с марта этого года объявила о создании принципиально новой программы поддержки предпринимательства, разработки абсолютно идеологически новых мер по развитию и поддержке предпринимательства. И эту программу назвал очень просто, и мне кажется, это название, оно как раз отражает ту самую суть. Это название «Территория бизнеса, территория жизни». С нашей точки зрения, социальное предпринимательство, оно не является каким-то нишевым. Его невозможно распределить, да, что вот детский сад – это там социальное предпринимательство, а там переработка отходов – это не социальное предпринимательство. И поэтому недавно «Опора России» заключила стратегическое соглашение с банком «Уралсиб» по развитию социального предпринимательства, начиная со следующей недели, набираем пилотную группу. Это 12 проектов, которые будут отобраны из разных регионов, из разных сфер деятельности, которым мы дадим, с одной стороны, удивительные условия по поддержке, которые включают в себя и льготный кредитный продукт, и грант с помесячной выплатой, и вот здесь можно увидеть и бесплатные консультации, тренинги, работа с наставником и так далее, и так далее. Мы хотим, чтобы они рассказывали всему миру на протяжении вот всего этапа поддержки о том, как же они ставят свой бизнес, с чем они сталкиваются, как они его ведут, о чем они думают и так далее. Поэтому все эти 12 человек, они будут обязаны вести блог, в том числе видео, участвовать в съемках информационных различных роликов. По сути, это некое такое реалити-шоу, которое мы хотим транслировать на все наше предпринимательское и не только предпринимательское сообщество. Спасибо, Коль, большое. На самом деле хочется отметить, что действительно «Опора» играет большую роль в реализации таких программ. Любой бизнес, любое вообще, любое начало, оно берет свои истоки от одного, от человека. То есть объединение людей в первую очередь. И как раз вот как кооперация людей на местных сообществах по территориальному признаку, и как эти люди могут взаимодействовать с тем же самым малым бизнесом, с другими институтами. Хотелось бы попросить рассказать Людмилу Рабец. Это директор проекта «Территориальный банк заслуг», проекта лаборатории «CloudWatcher». На самом деле очень хорошо, когда есть на что опереться. Спасибо «Опоре России». Вот. И очень правильно было подмечено, что иногда людям необходимо рассказать, что они могут делать и чем они могут заниматься. Можно следующий слайд? Что такое территориальный банк заслуг? Это разработка Руслана Авдикеева. В данный момент мы продолжаем пилотировать этот проект на территории микрорайона Щербинка, района Южное Бутово. За 9 месяцев нашей работы в этом микрорайоне нам удалось достичь определенных результатов, в том числе при помощи инновационных технологий, которые мы там применяем. Это интернет-технология.
И это возможность, которую мы предоставили людям обмениваться друг с другом своими ресурсами, которыми обладают. То есть, допустим, кто-то имеет возможность посидеть с вашим ребенком, то есть оказывает услуги няне, а кто-то взамен за эту услугу подвозит вас к метро ежедневно. То есть вот такой некий банк времени, но более широкого спектра, потому что перечень услуг, которые сегодня люди предоставляют друг другу в микрорайоне, он гораздо шире, чем какие-то социальные обязательства. На сегодняшний день вот у нас в проекте 3500 участников. Сейчас, на самом деле, их еще больше, потому что мы ежедневно практически присоединяем к проекту новых людей. В том числе участвуют в нашем проекте 12 коммерческих компаний. Это не только те организации, которые присутствуют на территории Южного Бутова. Есть в этом списке и коммерческие компании, которые существуют непосредственно в Москве. И участникам нашего проекта они предоставляют скидки на определенный набор услуг. Сейчас практически каждый проект, который мы инициируем в Щербинке, он имеет своего лидера в микрорайоне. И только с таких позиций любой проект имеет сразу же заведомо историю успеха. Можно следующий слайд? Все-таки зеленый блокнот. Вот это очень интересный проект, с которым мы познакомились волею случая, когда проводили одну из наших конференций «Доброкон», которую мы проводили на протяжении 3 лет. Вот, и пригласили в этот проект наших друзей из типографии «Идеапринт». У них есть совершенно уникальный проект по производству блокнотов из отходов бумаги. Он очень прост по своей механике, по технологии. В принципе, проект здесь очень понятен и достаточно открыт как для типографии, так и для магазинов, которые могут подключаться к проекту и участвовать в этом проекте. Изначально, когда у нас возникла идея все-таки развивать этот проект в микрорайоне, мы, конечно же, можно следующий слайд? Мы пошли по пути изучения вообще технологии. То есть мы сами решили понять, насколько способны наши люди эту технологию освоить. Мы пошли к нашим лидерам, естественно, выбирая при этом те социальные группы, которые способны работать именно в какие-то определенные часы, которые им удобны для того, чтобы эти блокноты производить. Кому мы пошли? Мы пошли к нашим многодетным семьям, где мамочки, естественно, целыми днями заняты своими детьми, хозяйством, мужьями, и у которых нет времени по факту трудиться на производстве. Но при этом каждый из них может выделить какое-то определенное время для того, чтобы изготовить несколько блокнотов. И отправились к нашим пенсионерам. На этот момент у нас уже был опыт реализации ряда проектов с бабушками, которых молодежь обучала интернет-технологиям. И мы предложили им, что вот давайте попробуем сделать блокноты. Мы нашли минимальное оборудование, это гильотину для резки бумаги. По-прежнему ищем брошюровщик, который, надеемся, что вот прям со дня на день у нас появится. Типография, наши партнеры поставляют нам отходы производства бумагу, обрезки бумаги. И у нас получилось. То есть результаты нашего пилота очень скромны. Это 20 участников, 28 блокнотов, которые каждый из участников, естественно, оставил себе на память в качестве такого бонусного приза. В итоге мы провели 4 мастер-класса, в рамках которых, с одной стороны, обучили вообще технологии производства блокнота, резки бумаги, сбора бумаги, брошюрования на брошюровщике этой бумаги и затем дизайнерского оформления этих блокнотов. Вот вы можете видеть там на фотографии блокноты, которые люди выпускали к Пасхе. То есть это такая была пасхальная тематика. Очень смешные, очень интересные блокноты. Я думаю, что родственники наших участников были очень рады, когда получили их в подарок. Ну и наша гордость – это, конечно же, вот партнеры, которые поддержали инициативу. Партнеры, они, расскажи, каким образом? Магазины. Готовы? Магазины готовы оформить. Это не сетевые, небольшие сетевые магазины, которые готовы брать на реализацию продукцию наших социальных предпринимателей. Они будут эту продукцию
ставить на отдельные стойки, где будет обязательно полностью информация о том, кто произвел эти блокноты, кто их автор. И на эти блокноты совершенно не будет никакой магазинной наценки. Спасибо большое. Да. На самом деле, естественно, это далеко не все те проекты, которые реализуются в рамках проекта «Территориальный банк заслуг». Их много. И вот, продолжая как раз вопрос привлечения финансирования, хочется передать слово как раз человеку, который представляет организацию, который, наверное, самый большой потенциал по финансированию в нашей стране без привлечения, это Сбербанк России. Вот. И, собственно говоря, Михаил Качалкин, руководитель по работе с предпринимательскими объединениями управления малого бизнеса Сбербанка России. Коллеги, дело в том, что я действительно работаю в Сбербанке, и Сбербанк и социальный бизнес действительно эти вещи на самом деле не такие категорично противоположные, как вам кажется. Дело в том, что сейчас Сбербанк такой достаточно крупный банк и активно развивается не только в России, но и за рубежом. Вы знаете, мы там развиваем филиальную сеть, приобретаем иностранные банки, идем вперед, но глупо выстраивать финансовую компанию, которая работает за пределами России, которая ничего не делает внутри России. Поэтому для нас, для банка очень важно развивать внутреннюю инфраструктуру, инфраструктуру для граждан, для своих граждан, инфраструктуру для своего бизнеса. Соответственно, возникает вопрос, малый бизнес и социальный бизнес – это категории одна поглощающая другую, или это противоположные, или это разные? Вот у меня всегда был вопрос, что такое социальный бизнес. Когда к нам часто в банк приходят замечательные люди, там «Опора России», другие организации, говорят, давайте развивать социальный бизнес. Я говорю, давайте, что такое социальный бизнес? Ну, социальный бизнес – это такой бизнес, который позволяет его организатору зарабатывать на решении неких социальных проблем. Да? То есть, решая социальные проблемы в обществе или в какой-то, может быть, в городе, в доме, да, там, или в какой-то группе социальной, человек зарабатывает деньги и тем самым, принося пользу людям, получает определенную выгоду. У меня возникает вопрос, вот булочная – это социальный бизнес или нет? Вот есть люди, кто считает, что булочная – это социальный бизнес. Один человек. А если булочная открыта в Ульяновской области, в населенном пункте, где живет 3000 человек, из них 2800 пенсионеры, и хлеб туда привозят раз в две недели. Автолавка, сухой хлеб. Вот в этом смысле это социальный бизнес или нет, как вам кажется? Вот мне тоже кажется, что это более чем социальный бизнес. Так вышло в России, так вышло, что малый бизнес, он весь социальный. Мы, как банк, это очень сильно поддерживаем. То есть с тем, что такое социальный бизнес, я позицию свою, наверное, банк высказал. Социальный бизнес для нас – это малый микробизнес, когда люди, решая проблемы какой-то территории, решают проблемы свои лично, они не стоят в службе занятости, они оплачивают работу 2, 3, 10, 15, там, 100 человек, они содержат своих близких и родных им людей. То есть для нас социальный бизнес – это такой микробизнес, бизнес на старте. Возникает вопрос, чем может помочь крупный банк малым предприятиям, малым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Выяснилось, что деньги – это самый банальный и малоконструктивный ресурс для развития бизнеса. Вот вырезать такие блокнотики, сделать такую бизнес-модель, вопрос был же не в деньгах, а в идее. Настоящий бизнес – это бизнес-идея. Соответственно, мы совместно с «Опорой России» проводили исследования, индекс опоры называется, где задавали предпринимателям, которые уже состоялись, какие у них были проблемы на старте. И большинство предпринимателей, более там, 60%, сказали, что причин их неудачи в бизнесе, когда они начинали, было отсутствие знаний или отсутствие информации. Вот на последнем питерском форуме выступал господин Шаронов, мне очень понравилось его выступление, он сказал такую фразу, до сих пор она меня волнует, если деньги приходят раньше знаний, то деньги кончаются раньше успеха. То есть, когда деньги без знаний, они у вас очень быстро заканчиваются, вы не достигаете результата. Соответственно, мы пошли по простому пути. Сбербанк сейчас инвестирует в инфраструктуру, мы строим инструменты, которые позволяют людям начинать свой бизнес. Причем людям, которые никогда не занимались бизнесом, но только думают об этом, к примеру. Как-то мне спросили, почему Сбербанк тут инвестирует в малый бизнес. Я сказал, знаете, все очень просто. Бизнес-задача банка впервые, может быть, за последние там, лет 180-170 нам исполнилось, совпали с социальными интересами, с интересами общества. Но так вышло, что и обществу важно развивать малый бизнес, и нам оказалось очень выгодно развивать малый бизнес. Соответственно, мы сейчас работаем в трех направлениях. Первое – это проект «Бизнес-старт», мы его назвали. Это кредитный продукт, который позволяет начать бизнес с нуля.
Ну, то есть мы даем реально деньги на начало бизнеса, сумма до 3 миллионов рублей. Мы вам предлагаем деньги на покупку уже действующего бизнеса, то есть франшизы. То есть мы, как бы, с одной стороны, решаем проблему рисков и решаем проблему с обучением франчайзера будущего, предпринимателя. Это первое направление. То есть мы сейчас выбрали с рынка, взяли с рынка 65 франшиз, готовых бизнес-решений. То есть мы даем удочку, говорим, вот, друзья, попробуйте. Удочка проверена, японская, хорошая бобина, прочная леска, не прогадаете. Срок окупаемости проектов по нашим, ну, по расчетам и подтвержденным франшизам от 1.5 до 3 лет. То есть не позднее, чем через 3 года, ваш бизнес полностью переходит в вашу собственность. И вы сами решаете, продать этот бизнес, купить более большой или оставить его себе и зарабатывать дальше. Ну, понятно, дали удочки, что дальше, что с этим делать, да, ведь не факт, что все получится, обучение. Принципиально важно обучать предпринимателей. Мы пошли по двум путям. Есть люди, которые пользуются интернетом достаточно активно, больше, чем пользовались наши родители, даже чем пользуются наши дети. Дело в том, что интернет сейчас это уже тоже инфраструктура. Мы построили интерактивный портал, называется он «Деловая среда», адрес у него dasreda.ru. На этом портале мы сделали такую площадку для бизнеса. Мы там воткнули 4 блока. Первый блок – социальная сеть. То есть люди, которые занимаются бизнесом или хотят заниматься бизнесом, должны обмениваться опытом. Они должны друг друга знать, делиться лучшими идеями. Сейчас на этом портале 160 тысяч компаний уже зарегистрировалось, малые компании. То есть вы можете найти даже партнеров в другом городе. А всего мы запустили проект в сентябре, 1 200 000 человек его посетили, этот портал. Второй пункт. Мы сделали деловую среду, где начинающие, либо уже действующие предприниматели могут получить ресурс для развития бизнеса. Мы построили, уже готовы, это работает, сети специализированных офисов, которые назвали центры развития бизнеса, ЦРБ. Центры развития бизнеса – это такие помещения, они чем-то напоминают вот это вот, только там чуть больше зеленого. Ну, чуть-чуть больше, ну ладно, очень много зеленого. Вот. Там очень много зеленого, сотрудники есть, но им запрещено что-либо впаривать людям на этих площадках. Мы сделали центр развития бизнеса, где хотим делиться с вами знаниями, с предпринимателями, либо тем, кто хочет начать свой бизнес. Ну, вот если коротко, вот как-то так. Все. Спасибо большое. Я сейчас хочу коротко предоставить слово Светлане Леоновой, руководителю проекта социальной биржи «Взаимопомощь». На самом деле очень интересный, простой и прозрачный для понимания проект, но это как раз делает его очень емким для возможностей, которые он предоставляет своим партнерам. Проект стартовал 4 года назад, стартовал как площадка по как раз привлечению и дальнейшей передаче различных материальных ценностей от коммерческих организаций на некоммерческий сектор для помощи социально незащищенным гражданам, либо людям, находящимся в сложной ситуации. У проекта очень-очень большая динамика, скорость роста. Мы привлекли к участию в нашем проекте порядка 90 коммерческих и более 100, на самом деле, уже сейчас некоммерческих организаций и расширили нашу территорию присутствия изначально из Москвы до 38 регионов России, передав за эти 4 года различных товарно-материальных ценностей на сумму почти, ну, как больше полумиллиарда рублей. Что, собственно, является основной ценностью проекта, это то, что это площадка. Это площадка для организации межсекторного взаимодействия между коммерческим и некоммерческим сектором, где мы со своей стороны выступаем как раз как создатели правильной, понятной и просто работающей инфраструктуры, помогая тем самым коммерческому сектору реализовывать какие-то свои социальные потребности и некоммерческому сектору быстро и легко находить необходимые ресурсы для реализации своих социальных программ и для, в принципе, реализации своей основной деятельности для помощи социально незащищенным слоям населения. Спасибо большое, Светлана. На самом деле, не случайно в анонсе написали, что мы хотим презентовать наши планы по одному важному для нас проекту, одному из ключевых проектов в лаборатории в ближайшее время, в Социальный союз, где вот все эти направления деятельности, и территориальный банк «Заслуга», и социальная биржа «Взаимопомощь», я не буду сейчас перечислять остальные инициативы, поверьте, в лаборатории их много, и дел делается много.
они будут объединяться в как программу одной большой организации, проекта. Но я думаю, об этом значительно лучше расскажет автор этой, собственно говоря, идеи. Да, да. Руслан Абдикеев. Сегодня звучало очень много, вот пока мы были на РСПП, там звучало очень много соображений по поводу того, что вот плохо развивается малый бизнес. Вот эта проблема и многие другие, на самом деле, вот то, что мы проводили разные эксперименты, связанные с территориальным банком заслуг. В чем, собственно, предпринимательство, которое там возможно быть, которое может быть там реализовано, да? Произносилось, что вот люди приходят, вкладывают свое время, регистрируют свои рабочие часы, приходят люди, вкладывают какие-то свои товары, деньги вкладывают в развитие территории и так далее. То есть появляется некий совместный ресурс. Вот логика такая, что если этот ресурс тратится на производство социальных проектов, то есть некоммерческих, да, то понятно, что использование этих ресурсов, оно не облагается никакой там маржой, как это называется. То есть, ну, это ничего не стоит, в общем, да? Но логика такая, что если человек получает личную выгоду из этой истории, то в этот момент он может какие-то там символические деньги, там 100 рублей за то, что он взял час времени, или там, 50 рублей. Я просто сейчас не знаю, какие цифры могут быть, но смысл следующий. Что вот эта вот инфраструктура, она может иметь некий платный сервис, когда человек получает личную выгоду от этого, он может какую-то часть донести, ну, заплатить деньгами. И из этих вот денег может складываться, собственно, предпринимательская часть проекта «Территориальный банк заслуг». В данном случае, вот в случае «Территориального банка заслуг», мы сначала, почему мы сначала стали строить местное сообщество? Потому что я вижу наилучшую, наибольшую перспективу для развития, в том числе малого бизнеса, это его связь с местным сообществом. Вот это вот местное сообщество локальное, каждый раз говорю, вот, каждый раз, когда касается этого темы, всегда рассказываю о том, что вот в Европе вот эти красивые дома, вкусные рестораны, хорошая одежда, это все местное сообщество. Просто там местное сообщество, оно формировалось по принципу предпринимательства. То есть это несколько там предпринимателей объединялись, они дальше начинали заботиться о своем городе. Ну и если ты нашими общими делами не занимаешься, то я к тебе не пойду там пиво пить, да, потому что мы все вот вроде как тут, ну, нам всем надо, а тебе не надо, но тогда ты чужой. И то же самое, ту же функцию, ну, то есть та же структура, местное сообщество выполняет функцию контроля качества производства этих, собственно, почему там, не знаю, в каком-то маленьком городке в Бельгии есть 5-6-7 пивоварен, каждый варит что-то свое, они совершенно не претендуют на мировое господство, они делают вот на местный рынок, и все. Это вот контроль качества. Что еще решает вот эта вот структура, которая называется у нас территориальный банк заслуг? Если мы вводим вот эту систему скидок и постепенно расширяем объем, который циркулирует внутри сообщества за счет не денег, а вот заслуг, то эта структура выполняет функции защиты местных рынков. Ну, понятно, да? То есть, если я прихожу в какую-нибудь местную кафушку, и там, не знаю, 30-40-50% чека я могу оплатить волонтерскими часами, да, то я, ну, Макдональдс не принимает волонтерские часы к оплате, да? Мы понимаем, что в этом случае местные предприниматели будут защищены вот, собственно, вот этой вот местной социальной, я бы не назвал ее валютой, ну, хорошо, вот этой местными социальными баллами, которые там циркулируют. Территориальный банк заслуг является, помимо всего прочего, способом договориться, да? То есть расставить, кто чего заслуживает, проголосовать друг за друга и на основании общепринятой логики принимать решения, в том числе и по распределению прибыли. Теперь, вот этот конгломерат, местное сообщество плюс малый бизнес, это вот первые стадии, да? Вторая стадия, ну, вернее, первая стадия местное сообщество, вторая стадия объединения с малым бизнесом, третья стадия – это подключение всяких финансовых институтов, которые по логике как бы вот заслуг могут представлять ну, более льготные, более легкие условия для финансирования их проектов. Грубо говоря, если всем там по 18, то тем, кто заработал там 100 тысяч заслуг, по 15, да, этот кредит. Дальше следующая логика будет, чтобы, конечно, ну, сейчас мы подходим, собственно, к социальному союзу, следующая логика будет в том, чтобы вот следующий шаг, чтобы вот таким финансовым центром было это тоже выгодно. И, на мой взгляд, сейчас эпоха другая, сейчас эпоха, когда вот эти интересы совмещаются вот в такой новой форме, как социальное предпринимательство. Там нет выбора, это одновременно.
Ну, мы в конце концов, ну, не одна извилина у нас в мозгу для того, чтобы не понять чуть-чуть более сложные вещи и научиться обращаться с более сложной материей, которая, ну, и не настолько она, честно говоря, сложная, но нужно потратить время для того, чтобы включить мозг и понять, что вот есть та польза общества, которую приношу, а вот есть то моя выгода, которую я получаю. И эти вещи, на мой взгляд, одновременно должны быть предъявлены, тогда люди будут открыто поддерживать, понимая, о чем вообще идет речь. Ну, в общем, смысл в чем? Что вот эта вот социальная нагрузка, которая лежит на социальных предпринимателях, она в сегодняшних условиях является гирей, да, к ноге привязанной этого социального предпринимателя, потому что если там один фермер и второй фермер, ему надо еще тратить деньги, время, силы на то, чтобы перевоспитать трудных подростков, а другой фермер просто нанимает там кого надо и делает. Понятно, что у этого сложнее совсем с этим справляться. Так вот, своей задачей и нашей задачей, задачей всех, кто занимается проблематикой социального предпринимательства, я вижу следующее. Создать такую среду, такие условия, подобные, вот как вот создано в Щербинке, да, при котором вот эта вот социальная нагрузка, его вот эта вот социальная гиря, налог просто дополнительный, да, станет конкурентным преимуществом. Это единственный способ сделать так, чтобы социальный предприниматель был успешным. Поэтому я хочу еще раз в адрес вас сделать аплодисменты. Большие аплодисменты и поклон со своей стороны хочу сказать команде CloudWatcher. Спасибо вам большое.